Мое почтение. В эфире тот самый «Вкус и я», ведущий Михаил Гассиньякер. Ох, вкусные оладушки у любимой бабушки. Но кто же из нас с вами не помнит тех вкуснючих бабушкиных оладушек из советско-пионерского детства, из замечательной муки? Сегодня у нас будет мука от «Облпрода». Лучше для оладушек не найти, это я вам точно говорю. И будем мы их делать на кефире. А кефир? Ну, кефир – это молочная классика от Великоленского. Соды. Опа. Сюда же пару столовых ложечек сахара. Кстати, сахар-то от «Облпрода». Сахар просто классный. И варенье, и оладушки. Ну и соли. Подсыпаем муки. Ну, это сейчас муки в любом магазине сколько захочешь. А в те советские времена мука была дефицитом. Ее выбрасывали. Выбросили – это значит продают. И все бабоньки хватают ребятишек и в очередь за мукой. А почему хватают ребятишек? Да потому что в советское время в одни руки давали по 2 килограмма муки. И чем больше с тобой народу, в том числе и ребятишек, тем больше муки ты можешь взять. Все очень просто. А мы еще так и на конфеты зарабатывали, на ириски. С одной тетенькой в очереди постоишь, с другой, глядишь, на конфеты тебе и перепадет. И вот вы знаете, каждое воскресенье мы с братом Женькой отправлялись к бабушке на оладушки. Стряпала она их целую большую эмалированную кастрюлю. И вот садились мы за стол, и целая груда горячих, вкусных, пышных оладушек. Трехлитровая банка с холодным, вкуснючим молоком. Блюдечко с песком, это мы так сахар называли. И миска с вареньем. И пока мы не наедались от пуза, бабка нас к ребятам во двор даже и не отпускала. Ну, оладьи-то, конечно, еще оставались, а это домой, к родителям, гостиниц. Пришли мы, как всегда, к бабушке в воскресенье, налопались оладьев с вареньем и во двор к пацанам. А там же игры, а какие были игры? Футбол, лапта, ножички, штандер, войнушка и кучка пацанов, и все голоднющие. Мы домой, хватаем кастрюлю, а бабушка всегда кастрюлю заворачивала в теплое одеяло, потом еще под подушку засовывала, чтобы тепленькие были. Мы с этой кастрюлей к пацанам накормили весь двор, приходим. Бабушка нас встречает, а кастрюля-то пустая. Вот тут-то нам и влетело. Так что мамка с папкой в тот день остались без гостинцев. Так, а с чем мы будем сегодня наши оладушки кушать? Ну, конечно же, с ягодами. Сезон. Клубника, земляника, черника, малина, да все, что хочешь. Но какая клубника без сахара вкусняша? А то был прот. Дорогие мои кулинары и сочувствующие, пожалуйста, присылайте нам ваши рецепты с тем самым вкусом. Да, и обязательно ваши истории. Покажем, приготовим и расскажем. Ну что, заглянем под крышку. Опаньки, красавчики! Ну что ж, рецепт оладушек очень простой. Была бы мучка, а к мучке ручки. Тот самый вкус. Партнеры проекта. Областная продовольственная компания «Молочная классика» от Великоленского. Кафе «Жаровня Тары-Бары».